В Дагестане разрешили проводить богослужения с участием прихожан. Введенные ранее запреты сняты с 3 марта региональным Роспотребнадзором. Напомним, что такие ограничения были введены приказом главного санитарного врача республики Николая Павлова с 26 января по 1 апреля. Из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу было принято решение эти запреты снять. При этом обязательным остается ношение масок в местах массового скопления людей, дезинфекция помещений, а также тестирование на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов.